Всем привет, всем привет! Рубрика «Эпичные бои» стартовала у нас на канале. Итак, Red Moon против Big Size. Сидел-сидел такой на 18 уровне Big Size, и тут хоп, и 30-й на него нападает. Да не какой-то там среднячок, а прямо донат, прямо с 5 миллионами силы. Но если вы посмотрите повнимательнее, там сверху баф в 3 миллиона. Так что 8 миллионов силы против 570. Согласитесь, неплохая такая разница в атаке. Я думал, вообще с одного раза вынесет, но, к сожалению, нет. Что-то пошло не так. И вот я хотел узнать у вас в комментариях, почему же донат такого уровня проиграл? Из-за чего? Мне очень интересно будет знать ваше мнение. Ну а вы посмотрите, пожалуйста, специально для вас оставил бой. Он навсегда останется на ютубе для вашей истории. Смотрим. What you do, get down on the floor.